наша компания позиционирует свое DLP-решение как решение с фокусом на человека. Что вы вкладываете в эту парадигму и какие преимущества она имеет перед другими парадигмами конкурентов? Ну, до того, как эта парадигма безопасности с фокусом на человека завоевала место на рынке, была инцидентная модель. И как работала безопасность? Вот есть поток инцидентов. С точки зрения DLP это поток утечек или каких-то событий информационной безопасности, где есть подозрение на утечку. И безопасник в моменте, он имеет дело уже со свершившимся фактом. Вот в данный момент, вот прямо сейчас происходит утечка. Если посмотреть с другой стороны, мы говорим о внутренних угрозах. Внутренние угрозы, они не появляются сами по себе. Ну, то есть сама по себе информация вдруг не соберется и не пойдет куда-то, куда не надо. То есть очевидно, что источником вот этих внутренних угроз всегда является человек. Неважно, там, у него есть умысел или, как в большинстве случаев, у него нет умысла, а просто есть непонимание того, что он делает. Но изначально происходит все из-за человека и по его воле. И в реальной жизни, опять же, безопасники работают с людьми. Вот если мы не берем средства автоматизации, а берем, вот как было до того, как появились там все системы. Были люди, были безопасники, безопасники знакомились с людьми, понимали, как они работают, почему они что-то делают, а что-то не делают. В реальном мире ничего не изменилось. В реальном мире также есть люди, которые попадают в определенные обстоятельства, занимают определенные должности, имеют доступ к критической информации или не имеют, хорошо осведомлены о безопасности или вообще не осведомлены и не понимают, к чему могут привести их деятельности. И безопасники тоже думают ровно так же. И в этом смысле безопасность с фокусом на человека, она отражает реальный мир, и она помогает безопаснику сделать свою работу быстрее и правильнее, создать так называемую воронку безопасности. Когда 10% сотрудников, они честны, и что бы ни случилось в их жизни, они будут честны. Есть 10%, которые, ну, так или иначе, всегда будут стараться не упустить своего. А есть 80%, которые либо попадут в определенные обстоятельства, либо попадут в руки мошенников или людей, которые правильным образом их обработают, или будут просто неосторожны. Понятно. А перспектива развития этого решения? То есть, по сути, вы делаете цифровой портрет, правильно я понимаю, сотрудника? Вы говорите про модуль поведенческого анализа. Вот модуль поведенческого анализа, он на самом деле позволяет безопаснику работать не с моментом, когда уже произошло какое-то нарушение, а с моментом до, заниматься профилактикой. Каким образом это происходит? Есть понятие «профиль нормального поведения». Это то, как мы себя ведем привычным образом, с какой интенсивностью мы пишем, да, с каким количеством людей мы общаемся. То есть, когда мы в обычной жизни выполняем свои обычные функции, мы плюс-минус себя ведем одинаково. Если же в нашей жизни что-то меняется, я не знаю, там, мы получили доступ к какой-то информации, которую не должны были получить, там, не знаю, на нас вышли злоумышленники и обрабатывают нас для своего атаки. У нас профиль нашего нормального поведения может измениться. И вот эти аномалии поведения по аналогии с CEM-системами отслеживает модуль поведенческого анализа. Для безопасника это может служить поводом разобраться, а чем вызвано это отклонение. У меня поменялась должность, у меня изменились обстоятельства, или я прямо сейчас нервничаю, потому что я там собираюсь сделать что-то противоправное. Есть другой момент. Есть момент, когда мы, наоборот, понимаем, что есть профиль какой-то деятельности, который о чем-то сигнализирует. Ну, например, самая простая история. У нас в этом модуле есть профиль, который называется «получатели информационных объектов». И вот если посмотреть, кто попал под этот профиль, ну, то есть это те люди, которые в течение своей деятельности накапливают большое количество информационных активов. Просто они к ним стекаются. Они не нарушают никаких политик, они не нарушают там никакой своей работы. Но если мы посмотрим, кто попадает вот под этот профиль, вот мы можем увидеть для себя неожиданные вещи. Вот мы, например, увидели в одной из компаний, что под профиль таких вот собирателей информации попадают инженеры первой линии поддержки.
так устроены бизнес-процессы, что когда инженер первой линии получает кейс, он получает вместе с кейсом ряд документов. Он, как правило, молодой, у него небольшой жизненный опыт. Это, как правило, первое место его работы, и у него нет особой лояльности к работодателю. И вот этот риск на фоне того, что, с одной стороны, он получает большой объем информации, а с другой стороны, он еще молодой, неопытный и, может быть, там не очень ответственный, это ведет для работодателя к риску. И здесь еще не произошло ничего плохого, но безопасник может изменить регламенты или рекомендовать изменить бизнес-процессы, которые уменьшат потенциальные риски компании. Изменились ли сценарии использования DLP-систем у ваших заказчиков? Вообще были ли готовы производители к такому переходу? Или, может быть, вообще как бы вы ничего не почувствовали? Типа, да, нормально, работаем, как работали. Ну, помимо того, что мы в прошлом году все перевыполнили планы, и это показывает, что заказчики все-таки разволновались, эта обеспокоенность, она, в общем-то, объективная. Я вот сегодня уже говорила во время своего выступления о том, что есть вещи, которые мы все время говорили на протяжении многих лет. Размытие периметра. Да, и уже тоже всем, казалось бы, размытие периметра надоело. Но раньше мы говорили о физическом размытии периметра. Мы говорили о том, что появляются гаджеты, появляются мобильные устройства, и это размывает периметр. А в этом году произошло, вот в прошлом году произошло психологическое размытие периметра, когда у тебя стерлась грань между работой и домом. Люди расслабляются не потому, что они злоумышленники, они просто расслабляются. И вероятность непреднамеренных утечек по неосторожности, она реально возросла. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас драматически увеличился поток оцифрованных документов. То, что мы раньше проговаривали при личных встречах, то, что мы писали на доске, потом стирали, то, что мы клеили какими-то бумажками, мы теперь все оцифровали, отправляем по почте, в какой-нибудь Мира там где-то клеим теперь эти бумажки. И количество чувствительной информации, которая попала в каналы коммуникации цифровые, она просто увеличилась. И в этом плане, да, вот, наверное, два основных момента. Остальное все плюс-минус то же самое осталось. И общая история. Из-за того, что увеличилось и количество коммуникаций, и количество цифровых коммуникаций, и количество информации, с которой мы работаем, и количество телодвижений, которые мы делаем, нам, безусловно, уже не хватает просто инцидентной модели. Когда есть нарушение, фиксируют, расследуют. Этого недостаточно. Поэтому я думаю, что средства аналитики, поведение пользователей и там может быть какая-то статистическая информация, и обязательно прогнозирование, оно должно развиваться, потому что просто чистый поймать инцидент недостаточно. Безопаснику надо дать комплексный инструмент, чтобы он просто не запутался вот во всем вот в этом.